Хочу поделиться способом стирки кухонных полотенец. Может быть, кто-то его не знает, а кому-то может быть пригодится. Я пользуюсь этим рецептом 10 лет. Итак, на ведро кипящей воды 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 столовые ложки сухого отбеливателя, неполный стакан стирального порошка. В этот горячий раствор помещаем наши сухие грязные полотенца и оставляем до полного остывания. Остается только прополоскать. Не знаю, что за химические процессы там происходят, но отходит и чай, и кофе, и жирные пятна, и грязь. После дачного сезона мне мама стопками полотенца привозит на стирку. У нее электрическая плита. Буду рада, если кому-нибудь этот способ поможет. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!